Силами студентов и работников Университета информационных технологий 3 ноября около полудня памятник, изображающий гигантский iPhone, был снят с постамента и унесен на склад. На своем месте памятник простоял чуть меньше 2 лет. Он был торжественно установлен во дворе Петербургского технопарка в январе 2013 года. Инициатором и спонсором тогда стал холдинг «Западноевропейский финансовый союз». Как сообщают некоторые СМИ, он же явился и инициатором демонтажа памятника. Представитель холдинга якобы заявил, это реакция компании на сообщение нынешнего гендиректора Apple о том, что он является гомосексуалистом. Впрочем, по информации из источников в самом университете, история может выглядеть и более прозаично. Последние полгода экран 2-метрового iPhone работал с перебоями. Вместо интерактивной информации он показывал слайд-шоу. Кроме того, хотспот, установленный внутри памятника, в результате осенних дождей также стал неисправен и перестал обеспечивать доступ в интернет. Так что, возможно, памятник всего лишь отправился на ремонт. We'll be right back.